А вот оценку работы полицейских по пятибалльной шкале дали в рамках новостей нашего города жители Ноябрьска. И вот каковы результаты опроса. Если оценивать работу нашей ноябрьской полиции по пятибалльной шкале, какую оценку вы бы им поставили и почему? Ну, вы знаете, наверное, 4 с плюсом, может быть. Не совсем, как бы, может быть, где-то они и хорошо срабатывают, но я в основном, мне кажется, работают достойно и нормально. То есть у меня даже есть, как бы, среди них знакомые, я видел просто, как они работают, считают, что это достойно. Наверное, я поставила бы 4. Ну, мне так кажется, что они, в общем-то, ответственно работают. Ну, не на 5. На 4. Почему? Причин несколько этому. Во-первых, закон о запрете продажи алкогольной продукции в киосках, ларьках и в других помещениях, не соответствующих закону. Я недавно работал в компании «Балтика», просто хорошо знаю. До сих пор некоторые киоски продолжают продавать пиво, что есть нарушение. Второе, значит, лично мое мнение, на таксистов надо бы обращать внимание. Нормальные таксомоторные предприятия работают и испытывают нехватку в заказах. А все остальные бомбилы, теневики, прикрываясь сотовыми телефонами, смс-ками, просто грабят. Во-первых, работу отбирают у работающих официально. Во-вторых, не платят налогов. Я вообще-то законопослушный гражданин. С ними редко сталкиваюсь. Но, наверное, бы, если бы это был летний период, то на 3. Потому что, допустим, летом просто раздражают гонщики на дорогах, и при этом полиция не обращает на это никакого внимания. Вот, наверное, поэтому. А в зимний период? Ну, в зимний период, ну, может быть, и 5. Потому что я их не вижу, не слышу. И как бы, наверное, зимой им природа помогает. Холодно, все преступники, наверное, по домам сидят. Работают они хорошо. Можно и отлично поставить.